Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, заходим на арену и забираем с тобой награду 15 магов. И в довесок нам идет, ого, трансформатор, сакура, ну, 5000 монет, конечно же, и робот с ракетой. Так, нам предлагают следующий поединок. А награда высшего уровня 15 жрецов. Какие жрецы? Жнецы, ё-моё, конечно же, жнец. Друзья мои, ну 15 жнецов мне нужно. Почему нужно? Хоу, Алаор. Ну давай, Алаор, только я возьму против тебя свою самую, ну, на мой счет, слабую команду. Да-да-да, это именно вот эта команда, самая слабая. Почему, ребят? Во-первых, здесь нету очень хорошего танка. То есть у меня только самурай, а остальное все так себе. То есть воблер, ну, он бросает свои клинки, но не то чтобы это топчик. Ну, такой себе, ватник. Ватник, хоть и неплохой дамаг. Ну и к тому же он не прокачан у меня полностью. Вот. Здесь из топа только можно, наверное, взять это тыквоголового. Так, не надо мне ваших подарочков, пожалуйста. Спасибо, все, я прошел. А можно мне дальше, так, в магазине? Что у нас в магазине тут? Так, смотреть, смотреть, смотреть. Бесплатно. А он у нас, кстати, прокачанный. У него все 5 звезд, друзья мои. Так что... Нет, так, квесты какие-то сделали. Запрос. Так, вторжение, призови захватчиков. 75 штук, 5 гемов. Да, получим с тобой, и одержи победу в битвах на арене. Понятно. Так, ну что, на ежедневке давай посмотрим, что у нас тут разыгрывается. То есть тыквоголовый, понятно. Мы пропускаем с тобой этот Хэллоуин. Почему? Потому что тыквоголовый у нас полностью собрат, то есть он фулка, он и сотого уровня, и причем у него все звезды, так что мы с тобой отправляемся просто на карту проходить уровни. Так, что у нас здесь? Ага, бродяга, мечник и маг. Бродяга, мечник и маг. Ну, тут не знаю даже, ребят. По идее, вот эта команда как бы должна у нас хорошо зайти, но маг. Понимаешь, маг, у него очень такая довольно солидная, мощная атака, причем дальняя. Как бы с ним тут особо не забалуешь. Против бродяги, в принципе, неплохо у нас, что... Так, тихо. Что жаба с молотом, да, что голем. В принципе, они оба неплохие. Тем более, сейчас он немножечко... Ага, вот что он делает. Так, ну, а мы с тобой вызываем голема, естественно. Посмотрим. Ну, видишь, да? В принципе, две плюшки достаточно. А вот с мечником приходится тут немножко повозюкаться нам. Так, тихо, карточку на бродягу отдай. Не успел взять. Вот он, плешивый, выходит, ребят. Так, ну мы его немножко застанили. И он даже не успел ничего сделать. Прекрасно, прекрасно, ребята. Так, ну Ты глянь, что бродяга делает, а? Вот жучар навозный. Но в любом случае здесь уже им ничего не поможет, и ничего, главное, их не спасет. Все, ребят, ну тут расколбас сейчас будет капитальный. Тут две БФГшки, маг там что-то пикнул, что-то прошептал, и все, ребят, побед за нами. Первый поединок, как говорится, прошел у нас замечательно. Далеко. Джейд сюрприз. Да. Слушай, вот карточки на смотрителя, кстати, тоже, ребята, выпадают очень-очень редко. А почему редко? Потому что мы не бьем с тобой этого босса. Он выпадает именно с персонажей, которых ты бьешь. А так как у нас боссы не выходят, я даже до сих пор не могу прокачать себе термина. Потому что мы с ним не деремся, ребят. И, соответственно, с карточками неоткуда взять. А испак... О-хо-хо-хо-хо. Да иди ты. Поджириться ты, конечно, хорошо. Хорошо, сейчас устроишь мне тут, блин, взбучку-то. Так, давай, наверное, ниндзю еще попробуем. Сейчас с помощью как-то его... Да хорош. Так, молния, помогай. Ага, пока не встанет, блин. Так. Сейчас проявится он? Проявится. Блин, БФГшка попала под раздачу от бродяги. Отдай деньги. Так, что у нас там получается? Да, в принципе, все очень даже неплохо. Да, мы здесь уже их прижучили. Ничего он уже нам здесь не сделает. Хорош, 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 хорош выпендриваться, давай. Тихо, бродяга, ты... Опять БФГ... Нет, все, нормально. Но БФГшку он все-таки завалил. Хоть и сам погиб. Да, бродяга вот он такой. Ну что, ребят, по-моему, нам там
Ага, один тапчик. Кто здесь босс? Король. Ну, короля вообще легко победить, если взять, например, команду с летунами. Слушай, а почему у меня грифона нету? А? Скажи-ка мне на милость, почему я не взял грифу на прокачку? Вот такой меня сейчас вопрос почему-то стал интересовать. Вот в эту команду вполне можно было бы воткнуть грифона. Не, я серьезно говорю. Так, это у нас команда, отряд. Какой там отряд-то? Отряд Альфа. Давай-ка поставим грифона, серьезно. Так, уберем с тобой, наверное, зомби. Так, грифон у нас не прокачанный, так что не ругаемся слишком сильно. Можно мага поставить, в принципе, но маг тоже дорогой. Так, подожди, какой? Вот. Нормально? Нормально. Кстати, давай мы с тобой, наверное, кого-нибудь прокачаем из персонажей. Так, где у нас там прокачка? Это в армию. Кто у нас уровень второй? Так, а почему это... Почему у меня мой крестьянин, который когда-то был крестьянином, не прокачан? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка, хватит там финансов. Ну вот, совсем другое дело, ребята, соточка. Толпа крестьян, это что такое? Зовет другого крестьянина на помощь в поединке. Я, кстати, ни разу не видел. Я представляю эту картину. Так, здесь соточка. Тут три звезды, тоже нам вот епископа как-то нужно прокачать. К Новому году было бы неплохо прокачать вот этого епископа Санта-Клауса, да? Да. Так, а король-то почему 68 уровня? Да что ж такое-то? Его надо прокачать до сотки. Ё-моё, это же босс все-таки. Соточку он заслуживает. И вот здесь тоже, ну здравствуйте, приплыли. На фехтовальщика не хватило буквально пару монет, чтобы до сотки его догнать. То есть нам качать. А видишь, грифон. Грифон, к сожалению, не прокачан именно в плане звезд. Вот обидно немножко, да? И маг. Кстати, маг, на него осталось 10 карточек найти, и все, ребята, он получает последнюю звезду и будет топовым. Хм, заманчиво. Только вот не выпадает он, гаденыш, понимаешь мне? Не выпадает. Так, что мы там с тобой уже... Я уже забыл, что мы хотели. Да, конечно же, идти в атаку. И вот я попробую, наверное, все-таки вот этим отрядом. Наверное, это очень глупо, наверное. Но... Как тебе говорил, если есть грифон, если есть вообще летающий юнит, король, в принципе, все, он размазня. Но здесь у нас нет ульты и тому подобное. Зато у них есть бродяга. Зато у нас есть жнец. О, начинается как. Начинается как. Давай опускаем. Я знаю, что он сейчас невидимкой станет. Досрочно, так скажем. Но у нас есть... Давай. Нормуль. Это нормально, ребят. Сейчас я могу спокойненько вызвать... Жнец... Не, лучше я вот так, наверное, сделаю. Вначале баллисту призовем. Так. На тебе. Я специально подловил этот момент. Все. Мы еще заморозку с тобой сделаем. Всех заморозили. Давай, жнец, выходи. Видишь, что делает маг, а? Все, люлей он получил. Ну что, я не помню, мы не увидимся? Во, вышел король все-таки. Вышел, ребята, королюшка-то. А мы вот так вот. Чикс. Все, ребятка. Короля поймали в клетку. Друзья, все. Он даже ничего сделать не может, понимаешь? Он сидит в клетке, мы его не атакуем. Его могут только его спасти юниты. Ну, юнитов, естественно, мы с тобой не подпускаем к этой клетке. И получилось, что он просто дуплился. Шикарно получилось, на самом деле. Так, двигаемся дальше. Заберем только сундук подданных. Так, нам выпадает эльф. Нам выпал крестьянин, который нам не нужен. Так, и у нас территория нежити. Территория нежити. Ну, здесь можно, в принципе, вот этот отряд взять. Так как здесь у нас обычный зомби плюс зомби-камикадзе. А единственное, что, ребята, маленький очень у нас с тобой, как тебе объяснить-то? Расстояние очень маленькое, поэтому нам нужно очень, я бы тебе сказал, так быстро. Видишь, вот он сейчас вот... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не успей, да? Не успей, ребят.
Или успеем? Успели. Успели, блин. Как они... Ты смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай так вот сделаем. Взрывай там их, чертовой бабушки. Фух, нам повезло. Потому что если он подойдет сюда и взорвется рядышком, ну, сам понимаешь, да? Будет урон. Будет урон, соответственно, мы не пройдем. Потому что мы проходим с тобой чистейшее. Нам не нужно там две звездочки или еще что-нибудь. Нам нужно три. Почему три, ребят? В конце, когда мы проходим с тобой полностью это событие, перед походом в следующий портал, мы получаем с тобой награды. Вот и все. А награды получаем все три за идеальное прохождение уровня. Так, давай. Влупляй, влупляй. Шикарно. Что я тебе могу сказать? Все очень крутенько. Так, мы с тобой выполнили здесь запрос. Так, одержи победу в битвах на аренах. Пока мы этого не сможем с тобой сделать. Давай смотреть, что здесь. Здесь, ну, в принципе, то же самое, только добавляется еще когтистый. Когтистый, да, еще тот охламон. Очень мощная атака, плюс длинные лапы его, которые, да, задевают двух юнитов подряд. Ай. Ай. Да ёк-макарёк, вы издеваетесь сейчас, да? Вы вот, так, вот это специально все делаете? Да блин, еще и когтистов позвали. Блин, со своими батарангами. Давай. Успеем ли? Давай хоть, я не знаю, так вот сделаем. Все-таки задел, ребят. Он задел своими лапами, блин, мою эту. Ну фиг ли тут. Тут уже можно проигрывать. Это все когтистый паршивец. Вот, я тебе говорю, у него этот размах очень сильный, ребят. Да я думаю, что мы и так не пройдем здесь. Что-то уж как-то больно лютое. Да. Что-то вообще как-то паршивенько. Ну давай, 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 родные. Ну, возможно, замок мы ему запинаем. Возможно, да, ребят. Но, опять же, урон был нанесен, поэтому, естественно, я буду переигрывать. И возьму я, наверное, не этот все-таки отряд, а другой какой-нибудь. Не надо мне другого. Так. Вот, вот этот отряд нормально пойдет. Почему нормально пойдет, ребят? Ну, ниндзя очень хорошо валит. Да практически всех хвалит очень хорошо. Особенно этих всяких зомби. Этого сейчас мы с тобой вызовем. Он сейчас сразу с плюшки я должен наказать этого. Вот когтистый. Когтистого должны... Давай-давай-давай, запинываем. Ну вот, вот, совсем другое дело. Блин, вот этот вот взрыв сейчас массовый, да... Так, друзья мои, скоро, какого там, 25 октября у нас выходят Стражи Галактики, Звездный Лорд и все тому подобное. Я уже предзаказ сделал, так что обязательно будем смотреть, но это будет все на втором канале, так что, ребятушки, не забываем об этом. То есть это для всех любителей, типа, игр от Marvel Мстителей и тому подобное. Ну давай, давай, запинываем, запинываем же. Вот это я понимаю. Так, ну что, неплохо, неплохо. Чего тут греха таить? Нормально команда справилась. Враг был действительно такой сложный, особенно вот эти вот зомби-камикадзе. А тут еще у нас, я смотрю, и это, Банши. Ну, Банши чем опасна, ребята? А тем, что она кричит. У нее крик, который может застанить врагов. Напоминает мне чем-то из Черепашек-ниндзя легенды Змею-Карай. Помнишь? Она тоже может кричать и... Вот, вот, давай вот, вот без этого давай. Ну, фу. Блин, в яде стоим, это, конечно, не есть хорошо, что мы в яд с тобой встали. Не успела крикнуть, отлично. Банши лопухнулась. Вот ниндзя очень быстрая, и иногда вот она бежит вперед танка. Она должна стоять всегда сзади него, а она рвет вперед и из-за этого погибает очень быстро. Что не есть гуд. А вот когда голем начинает делать отхил самопроизвольно, это вообще топово.
Видишь, он захиливается потихонечку. Это круто. Не всегда срабатывает, конечно, этот перк у него, но это классно. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. Дальше у нас, ну, предпоследний этап. Ох, тут, ребят, уже не до шуток. Здесь прыгун объявляется. Прыгун. Против прыгуна что будем делать-то? Наверное, вот этот отряд брать против прыгуна-то. Только Палыч, наверное, сможет выстоять против его агрессии. И он сейчас, кстати, будет с этих прыгунов начинать, насколько я помню, да? Сейчас должны прыгуны пойти. Вот он идет. Так, поэтому Палыча готовим сразу же. Сейчас. Оп, прыжок. Но без истерики, как ты видишь, без истерики он начал. Это, в принципе, хорошо. Так, здесь взрыв. Воу, найс. Так, прыгун сейчас опять выйдет. Поэтому подготавливаемся. Нормуль, отлично. Сейчас прошло все как надо. Давай, распиливаем, нормуль. Опять он, видишь, со своей истерикой с этой. Очень сильно лютует. Блин, горелый. Ай-яй-яй, перки у зомби срабатывают. То есть, блин. Это мне сейчас крупно повезло, друзья мои, что заморозка вовремя. Сейчас бы он просто порвал бы этого щитобота и соответственно, нанес бы урон по базе. Да чтоб тебе, блин, да вы достали. Прыгун хорош. Блин, этот камикадзе про... Ребят, у нас 58 секунд, времени не так уж и много, блин. Да а чё я парюсь-то? Друидку вызвали, да и все, господи, чё я, действительно. А, успели уже забомбить замок. У меня как раз было энергии достаточно, чтобы друидку позвать. Ну что, поехали дальше. Последний этап, кто здесь босс? Жнец. Я не буду искушать судьбу, ребят, я сразу возьму наш топ агрессоров, да? Который... И все. Только одни тапочки будут лежать. Так, ладно. Такой гигантский скелет. Интересно, от какого великана, а? Так, Банши идет первым. Ну, здесь все довольно легко и просто, я думаю, да? Вначале мы вызываем с тобой. Так, в принципе, не помешало бы вызвать нам. Натя. Блин, совсем забыл же, что эти. Ай, сейчас взрыв будет, сейчас. Убийственный взрыв, ребята. Да хорош. Ай, прыгун разогнался, конечно. Так, я тебе легко и дамся. Да, походу, здесь и босс даже не выйдет, да? Жнец, ты будешь выходить сегодня или нет? А-а, не выходит. А, во, явился. Ну, по-моему, ему крышка. Или не крышка. По-моему, он армию, ребят, плодит свою. Нет, мы его ушатали. Все, и замок порвали. Шикарно. Жнец все-таки не устоял, да, перед нами. Хотя он там плодил армию уже свою нежити. Но мы все-таки справились. Забираем сундучок. О, зомби. Ну, это все у нас есть, это все прокачано. По-моему, зомби с надгробием у нас тоже, да. Он по фулке у нас прокачан, так что... Приятно, но особой радости это не доставляет. Значит, здесь у нас с тобой страж плюс слизень. Слизень и страж. Ну, я думаю, что мы, наверное, с тобой вполне можем отыграть вот этот отряд. Вполне, ребят. Здесь за счет некро. Некро очень хороша именно против стража. Почему? Он сильный, да, но у него нет такой мощной атаки. А вот колобки, как раз которых вызывает у нас некро, они очень прожорливые и очень быстрые. И они просто быстро ушатывают этого стража, пока он там каждого бьет. Сейчас бы продемонстрировать тебе. Ну, смотри, если он, конечно, слизни сейчас не призовет. Если он призовет сейчас слизни, будет совсем другой расклад. Вот, видишь? Блин, слизень пришел. Так, давай его так вот сделаем с тобой. Окей. Ну, тут уже все, ребят. Тут уже тыквоголовый подсоединяется. Тут вообще уже шансов у врага нету.
Тут все топово. Давай, давай, вжариваем. Я говорю, некая вот в этом плане хороша. Дай монетки. Ну и пошла, пошла расколбасня именно по замку. Все. Сфера, как говорится, накрылась. Ну что, продолжаем этой же командой, наверное, разруливать, да, ситуацию. Смотрим, что у нас здесь. О, нет, 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 нет. Здесь не годится. Здесь хищнец. Против хищнеца мы с тобой берем обычно вот этот отряд. Так как щитобот, я не скажу, что он топово держит оборону, но он ее держит. Лучше, конечно, вызывать нам палыча. Ой, тихо. Ага. Давай, давай, родной. Вот, вот только такой команды. Ну, он опять, он же опять сейчас вызовет, смотри. Видишь? И нам нужно успеть. Все. Ну, а дальше все как по маслу, ребят. Сейчас опять перепрыгнет. Опять получит звездюлей. И все в таком темпе. Ой. А что это страшно? Я что-то не помню. Страш разве должен был выходить? Да куда ты разогнался? Конечно. Бежит он там, наяривает. Волосы назад. Все, в замку крышка, ребят. Угу, завалили. Так, третья мисейка. На третьей мисейке... О, ё-моё. На третьей мисейке нас поджидает пришелец-вор. Хм, я, наверное, возьму вот этот отряд. Почему этот, ребят? Он пускай ворует у нас ползуна. Вот этого вот. Как бы мне его не жалко отдать. Единственное, что жалко будет, если он его завербует и отправит его обратно на нас. Вот это будет неприятно. А в остальном... В остальном все нормально. Можно вообще вызвать жнеца вот прямо сейчас. Потому что пришелец, он не может захватить самого большого юнита. Я хочу просто... Ну-ка давай, звездание по нему. Чих! И у нас сразу начинается армия. Сразу мы с тобой вот так вот делаем. Этот уже нам не помеха. Он так и уничтожится у нас в этой клетке. А мы с тобой уже начинаем плодить армию. Вот так вот. Все прекрасно. Пока Страж отдыхал в клетке, мы с тобой просто разнесли ему базу. Ну что, поехали. Четвертый этап. Ага, опять, опять здесь хищнец. Опять я переключаюсь вот на этот, ребята, отряд. Хищнеца, естественно, надо контрить. Хищнец — это тот же самый прыгун. Только у прыгуна ярость. А вот у хищнеца... А, у него восстановление здоровья. Он восстанавливает себе здоровье. Ну, есть такая вероятность, что он сможет восстанавливать здоровье. Это не всегда, конечно, прокатывает. Так же, как и у голема. Но если прокатывает, то его довольно тяжело пробить. Блин, мне не нравится, как вот здесь пошло. Если сейчас... Я, наверное, друидку сейчас позову. Вот ты как. Йоу. Так, подожди, ребят. Что-то немножко не канает. Да блин. Фу, нормуль, нормуль, нормуль. Вначале пужанулся, думал, нафиг сейчас начнется. Нет, все, выкрутились. Ага, слизень получил. Давай назад, туда он. Зависайте здесь. Блин, этот тритон, он вешает все подряд, ребята. И как тебе это сказать-то? В основном отражение урона. Это вот самое бесявое, что он может повесить. Ох, как их хорошо, ребята. На рунах мы их поймали. А там руны, извини меня, отталкивающие. Потом какие там еще? Красные там наносят урон. А желтая понижает, по-моему, защиту. В общем, там по полной программе. Запрессовали. Все. Тут так легко мы их разбили. Мне понравилось. Так, ну что, двигаемся дальше. И последний этап у нас, кто здесь, босяцкий? О, лорд пустоты. С ним лучше не шутить. Знаю я его прекрасно. С его вот этим вот телепортатором, который он бросает. Как бы там он притягивает, потом откидывает. Ну нафиг. Лучше сразу, чтобы наверняка его нахлобучить. Так, что-то пока еще никого не вижу. Че, неужели ведьму я успею вызвать? Ага,
Лети, лети, пташка. Я, наверное, тогда вызывать буду ведьму. А чё? Какая нам разница? Ведьма тоже у нас плодит армию нежити, так что все великолепно должно быть. Причем у нее дамаг. Ой. Вот это не надо делать. Ай, Ронина похитят. А я вот так сделаю. Блин, не успел чуть-чуть. Ладно, фиг с ним. Тритон, ты запарил. Все, и сразу такой, никого не осталось, стоит. Губежки надул. Тритоша этот. Не успел. Пришелец не успел захватить у меня зомбика. А вон и лорд пустоты, ребята, собственной персоной явился. И сдулся тут же. Смотри, смотри, сколько у нас с тобой мертвецов тут. Все. Да, ведьма знает свое дело. Она, конечно, слабеньких таких вот зомбиков, как говорится, ну, делает. Но зато она очень быстро. А жнец, у нас в чем прикол у жнеца? Жнец может сделать не только зомби, он может вызвать и когтистого. Я не знаю, вот он сможет вызвать, например, этого зомби, который взрывается? По-моему, нет. Там максималка когтистый. Вот, а было бы прикольно, если бы он был бы чем сильнее по рангу, тем, например, зомби с надгробием вызвать, да? Это было бы вообще топово. Так, ну что, мы с тобой забираем сундук, сундук захватчика, и смотрим, что нам тут в награду. Это все у нас есть. Так, переходим с тобой на Нефритовую долину. Нефритовая долина нас встречает с тобой самураем и терракотовым воином. В принципе, это очень медлительная команда, и можно, в принципе, вот взять свою обычную, да, супер медлительную и супер, скажем так, дорогую команду. Самурай на самурая, естественно. Некро очень хорошо будет бомбить терракошу. Так что все у нас должно быть нормально. Этот своими батарангами сейчас будет бомбить. Естественно, сейчас мы еще призовем с тобой некро. И все, и пойдут дела у нас в гору. Колобки очень прожорливые, еще раз повторяю, ребята. Еще вот так вот, если замедлях, вот так вообще топово будет. Да-да-да-да-да-да. А все, успокойся ты, самурай, в истерику. Ну вот, тут уже армия хорошая у нас насобиралась, так что ничего ему тут не светит. Вот когда пойдут у нас с тобой эти вуджены, вот тут, да, тут надо будет немножко взгрустнуть, потому что вуджен, ну, действительно бесявый перс. Особенно, когда стоит сзади танка, начинает свою вот эту фигню магии применять. Это, конечно, проблема. Так, ну у нас с тобой что? Я смотрю, деньги-то идут, мы с тобой можем там докачать кого там. Фехтовальщика, кстати, да? Можно прямо вот сейчас вот сделать. Фехтовальщик, давай докачаем ему сотый уровень, в конце концов. То как-то, ну, некрасиво смотрится. Так, здесь сотый уровень. Короля бы надо прокачать. Блин, а друидка-то у меня сотого уровня, но у нее не все звезды, оказывается. Ага. Вот оно что. А что у нас делает роща? Я вот не помню, что делает у нас роща, к сожалению. Так, король, сколько у тебя там? Блин, мало, конечно, денег. Ну, ладно. Давай, будем потихоньку тратить. Потихоньку тратить деньги. Что, нам их солить, что ли, да? Ну что, переходим. Да куда ты? Подожди ты, это мы уже прошли. Вот сюда. Здесь энергии больше нету. Давай, наверное, отыграем вот здесь вот. К тому же здесь, сам видишь, всадник на журавле. Против него, естественно, ниндзя очень должна хорошо зайти. Ну и БФГшка, естественно. У БФГшки какое преимущество от остальных всех стрелков, ребята? Тем, что когда она стреляет, она отлетает назад. То есть и фигушки ты ее поймаешь на ровном месте. А вот здесь вот плохо, ребят. Поэтому нам понадобится ниндзя. Ниндзя нам здесь, естественно, в помощь. Так, сейчас мы ее ушатаем. Отлично. Плюс БФГшка и, соответственно, разрядники. Вот, началась истерика, блин. Очень часто истерит. Помнишь некоторые серии, когда у них самураи, там все эти молотильщики, просто постоянная истерика. Постоянная. У них срабатывали суперудары, и невозможно было вообще играть. Сейчас не так это часто у них проходит. А раньше это было просто какой-то бич, на самом деле. Давай, ушатываем. Я еще молнию сюда. А?
Шикарно. Слушай, может быть нам сюда взять... У нас с тобой ведь два танка здесь. Может быть нам мага взять в этот отряд? Как думаешь? У нас два стрелка. Или вместо БФГшки. Вместо БФГшки, кстати, можно было бы взять. Ну-ка, действительно. Давай возьмем БФГ, вырубим и поставим с тобой мага. У нас, кстати, а вот Джен у нас непонятно какой он. Я вижу, что у него 70 уровень. А маг у нас с тобой... Ну, это обычный воин, да? Если бы БФГшка у нас эпик, то маг это обычный рядовой, так сказать, юнит. Ладно, двигаемся с тобой дальше. И у нас третья миссия. Так, здесь энергия накопилась. Как ты думаешь, мы... Вряд ли мы сможем справиться здесь, потому что у Джен появляется и... Блин, здесь... Наверное, вот этот отряд придется брать. Почему, ребят? Ну, здесь у нас есть, во-первых, грифон. Единственное, что он не летит, как тот же самый бомбер напропалую и не бомбит всех подряд. Он именно вот пока не уничтожит противника, да, не успокоится. Только после этого он пролетает дальше. Поэтому я, наверное, сейчас все-таки попробую накопить на жнеца. Блин, сейчас и будет так давить нас. Или же вот так даже сделать. Суперудар пока применять не буду. Я его попробую подкопить. Блин, он уже вышел. Он уже, ребята, вышел. Поехали. Оп, сразу двоих, отлично. Гуджин сразу погибнет в этой клетке, потому что он ватник. Давай. Я сейчас еще позову жнеца. Ну и, в принципе, все. Блин, жнец, конечно, красиво выглядит. Но, опять же, он у меня не полностью прокачан. Вот если он будет полностью прокачан, он станет еще красивее. Да чтоб тебя, а? На. Так, у меня еще есть одна клетка. Ты прикинь, как мы долго с тобой этого таракоша там бомбим. Вон он в клетке только сейчас рассыпался. Долго, да, долго погибает. Но, тем не менее, прекрасно все у нас получилось. Двигаемся дальше. Четвертая миссия. Так, здесь жаба. Но больше зато никого таких из противных нету. Здесь можно и этот отряд взять. Наверное. Черепаха, что она нам сделает там? Да ничего. Хотя у нее очень мощные атаки. Особенно она сзади, когда стоит за таракошей. Вот она бесит в этот момент. И самое противное, что нам нечем будет ее бомбануть. Только если корнями, но это фигня. Корни это фигня. Так, вызываем некро. Вуджена здесь нету. Блин, зато черепаха уже пошла. Поэтому выпускаем с тобой самурая. Блин, не надо, чтобы он... Корни. Вот как-то так. Я хочу старого воина, ребята, вызвать. Давай, воин. Бэмс. С ним лучше не шутить. Со старым воином лучше не шутить, говорю. Так, они его, конечно, сейчас заколбасят, по-моему, да? Там сколько уже? Две черепахи, насколько я вижу. Сейчас мы эти всадники, ой, тыквоголовы разберутся с ними. Все. Уже разобрались. Да, дед упал. Ну, зато мы всех, кого могли здесь, поуничтожали с тобой. Сейчас самая малость остается. Это просто контролировать весь вот этот периметр. Отлично. Так, деньги забрали. Корни выпустили. И деда позвали. Старый дед уже идет. Он мощный, ребята, ничего не могу сказать. В этом поединке, ребята, даже свою эту стрелку не вижу. Все трясется, все дергается, блин. Очень много денег пропустил. Так, ну а здесь кто у нас босс? Ага, богиня солнца. Богиня солнца.
Да ну, я, наверное, возьму топовую. Знаю ее, там еще и этот Вуджен в этой команде. Ну его нафиг. Давай вот сразу, чтобы не рисковать. Единственное, что, ребята, плохо, если ульта будет идти и Теракоша встанет в каменную стойку, мы просто всю ульту с тобой в каменную стойку выпустим, и все, ребят, не пробьем дальше. Как бы она не пробивает в камень. Эй, Ронин, вон он, я уже слышу этого Вуджена, блин. Поэтому давай возьмем с тобой, наверное. Так. Прыгуна, прыгуна надо брать. Еще вытворяет. Оп, заморозка. Блин, Таракоша вышел. О, богиня. Вот я, ага. Все-таки порвали, порвали мы ее. Все, ребят. Ну, по крайней мере, они хотя бы теперь выходят. Раньше, помнишь, да, в сериях? Они никак не хотели выходить наружу. Сейчас как бы выходят, и слава богу. Так, ну что, забираем с тобой сундук Нефритовой империи. И здесь у нас Сакура, копейщик и монетки. Ага, оу, 14 карточек на жнеца. Thank you. У нас же еще с тобой как раз вот Джаггер непрокачанный и Сакура. Храм цветущей вишни. Да, друзья мои, мы переходим с вами на следующий портал, где встречает нас Долина Подданных. После идет Фабрика Роботов. Долина Нежити. Долина Подданных. Территория Захватчиков и Телепорт. Так, мы, надеюсь, с тобой ничего там не насобирали? Наоборот, конечно, хотелось бы, чтобы насобирали. Так, нам еще эльфа с тобой нужно прокачать. Смотри, у него не хватает буквально сколько там? 134 карточки нужно на него собрать. Так, король, давай. Блин, один левел. Копишь, копишь деньги. И все, коту под хвост. Ну что, поехали, ребят. Возьмем, наверное, что у нас тут есть, энергия где-нибудь. Блин, тут крестьянин, он очень быстро выходит. Поэтому, наверное, нам вот с этого отряда нужно начинать. По крайней мере, здесь щитобот. Щитобот, он может перехватить инициативу. Плюс у него есть оглушение, не забываем про это. Ну и все-таки урона он наносит побольше. А с молотильщиком, так это вообще топчик. Но сейчас паладин выйдет. Так, паладин вышел. Мы с тобой вызываем тоже нашего паладина. И в довесочек ко всему я, наверное, возьму всадника на журавле. Можно сделать вот так даже. О, мы даже его испугали. Мы его испугали, он отвернулся, и мы в этот момент его забомбили. И это круто. Так, давай, 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 прожимаем, прожимаем их. Ага, упал, отжался. Четенько. Давай еще, наверное, вызовем одного молотильщика. Все, крышка базе. А, хотя да. Я думал, паладин там немножко им помешает, но нет. Через него, короче, уничтожили. Погнали далее. Так, второй этап. И здесь то же самое, только прибавляется копейщица, которая ничего страшного нам не сделает. Ну да, отталкивает она наших юнитов назад. Но это фигня все на самом деле. Это все фигня. Так, вышел, да? Почему-то у него получается быстрее, чем мой паладин выходит. Как так? И армия сразу же у него... Ты посмотри, как он клепает одного за другим. Как он так это делает, я не понимаю. Вроде расценки на юнитов у всех должны быть одинаковые. Но у него все равно получается почему-то быстрее. Окей. Давай так вот сделаем. Ай, красота. Ай, красота, ребят. Ну, молотильщики тут вообще сейчас наяривать будут, будь здоров. Смотри. Да. Да, когда здесь 3 или 4 молотильщика, это, конечно, трэш. Они распилят любого за считанные секунды. Ну что, третья миссия у нас. И здесь я... Так, грифон. Вот, блин, хочу грифона такого себе. В доспехах. Золотого, так его назовем.
Так, ладно, я думаю, что, в принципе, ползун должен справиться с крестьянином. Тут не помню я. Убьет он его с удара или нет? Джиггернаута можно успеть, в принципе. Или не успею я? Успею или не успею? Успел. Успел я призвать Джиггернаута. Давай вызовем баллисту. Да. Давай клетку тогда уж. Вот, пускай сидят там и думают о своем поведении. Совсем оборзели. Еще один паладин. Блин, было бы неплохо, если бы этот ползун мог бы еще как бы станить. Вот во время того, как он удаляется, да? О-о-о! А вот и вражеские грифоны вышли. Давай вторую баллисту заказываем срочно. Так, ураганчик. Вызываем своего теперь грифона. Клетку. И прекрасно. Теперь уже нам точно здесь ничего никто не сделает. Бэмс. Денежку отдай только. Прекрасно. Ну что, поехали дальше. Тут у нас... лучница. Ну да, лучница может поджечь нашего юнита. Он немножко погорит, но особо такого ничего критичного нету. Но все равно надоедает. Что нам сделать? Что нам сделать? Паладиныч вышел. Как всегда, паладиныч начинает первым. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, ребят, успокойтесь, блин. Пока мы с этим крестьянином будем возюкаться, естественно, эти спутышка начнут его бомбить. Но у нас есть с тобой одно небольшое преимущество. Клетка. Вот и все. И пока они в этой клетке будут жариться, мы с тобой будем спокойно продвигаться. О, тут еще и ураганчик. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Две баллисты более чем достаточно для разноса практически любой армии. Потому что они, не забывай, не просто урон наносят, они еще и станят. И к тому же у них вылетает именно три стрелы, которые наносят урон до трех юнитов. Об этом прошу не забывать. То есть они могут бить юнита, бить замок и еще одного юнита, если они будут стоять рядышком. Давай, 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 давай. Yeah. Вот как-то так. Ну что, в бой? Угу. Здесь у нас епископ. Интересно, он успеет? Ну, последний раз, когда мы играли, он успел выходить. Показать, так сказать, свой нос. Уж не знаю, здесь у него выйдет или нет это. По идее, должно. И когда он появится, он начинает укреплять свою армию. Именно броней, то же самое, что у нас вешает паладин. Да ты идешь такой довольный, бей вперед. А был каким-то крестьянином с этой, с вилой в начале, помнишь, да? Как он выглядел? Самый обычный крестьяшка. Да ладно, шелест, шелест тапочек. Да все, 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 это лучница, тебе крышка. Отлично. Давай так сделаем. Да все, по-моему, замку крышка, ребят. Да, епископ, к сожалению, не удостоился выйти, показаться. Прочитать свою, так сказать, молитву. Ну что, мы с тобой забираем сундучок. Эльфы, вы эльфы, это хорошо. Ну что, территория роботов. Берем, наверное, с тобой. Так, у нас энергия только здесь, что ли, все? Ага, вот тут откат. Вот на этой армии. Блин, тут молотильщик, хотя... Ладно, поехали. Блин, молотильщик мне не нравится. О, тихо, 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 блин. Тут же сейчас... Ух, голем, а ты успеешь ли? Вот в чем вопрос. Успеешь ли ты забомбашить его? Отхил врубил, врубил, отлично, тогда все нормально. Видишь, опять начинает станить. Нет, здесь все-таки лучше потяжелее выводить, потому что молотильщик будет падать, будет выпускать вот так вот пилу свою, вшивую.
И не попали. Обалдеть. Что за фигня? Да хорош, блин. Одного за другим ребята вызывает. Да ты смотри, что творит, а. Сейчас попробую, ребят, как можно быстрее. Да ж ты запарил уже. Вот я тебе об этом и говорил, что молотильщик вот этот вот псих, он начинает действовать на нервы. Да ты посмотри, одно за другим вызывает и все. Я не успеваю, ребят, ничего сделать, понимаешь? Ускоряха. Вот, вот об этом я и говорю. Один за другим вызывает. Просто один за другим вызывает. Все. У нас времени-то уже 51 секунда. Блин, я хочу богиню солнца вызвать. Блин, может быть, что-то с ней получится, я не знаю. У нас времени-то не так уж и много. 38 секунд всего лишь осталось. И что вытворяет? Всех, всех просто под откос пускает. Всех. Да ты заколебал, а. 22 секунды, ребят. Давай, 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 родные мои. 9, 8. Ну удар, е. Успели. Бесявые, бесявые. У него очень часто срабатывает вот эта вот пила циркуляра при смерти молотильщика. У меня такого, конечно, не прокатывает с такой частотой. Здесь еще тени толкай выходит, да? Зашибись. Тени толкай. Ладно, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, тени толкай — это бот-паук, если кто не знает. Блин, такая локация, задний план такой прикольный, да? Литейная какая-то фабрика, вон металл там льется. Ту-ту-ту-ту. Да ну, завязывайте давайте. Давайте завязывайте, говорю. Ага, мой молотильщик все-таки был посильнее. Мы ее и оглушили еще, вообще круто. Так, давай. Ать! Вышел, блин, обормотус. Напугали мы его. А здесь вообще топово заходит всадник на журавле. Почему? Ну, потому что, во-первых, ребята, ему не страшна циркуляра. То есть он спокойненько ее может не бояться, так как это считается воздушный юнит. Так что нормуль. Да, в принципе, и паладин тоже может не бояться, потому что урон не настолько большой получает он от пилы. О, ускорение. Да, под ускоряшкой, конечно, за 3 секунды все разбирается. Тем более, когда такая армия возле его замка стоит. Окей, ну что. У нас с тобой энергии-то очень мало осталось. По-моему, на первом отряде. И да, всего лишь получается. Ну ладно, должно хватить пройти этот этап. Эту, как говорится, фабрику роботов. Ну, если не сфейлимся, опять же. Да ладно. Блин. Эй-эй-эй-эй-эй, давай, выходим. Так, ну тут. Видишь, что он делает? Давай так, наверное, сделаем. Дело дрянь. Пускай посидит, подумает над своим поведением. Угу. Тут лучше, конечно же, выпускать больше джиггернаутов и больше. Я думаю, почему я не могу на этого-то, блин? Грифу. Грифу стоит 325. Твою налево. Давай, давай, грифон. Ну это что-то вообще никуда не годится. С таким уроном. С таким уроном далеко не уйдешь. Сейчас я попробую этого поймать. О, отлично. Джаггернаут в ловушечке у нас. Можно уже даже жнеца позвать. Хотя можно и без него обойтись.
Или нельзя без него обойтись? Давай, позову я все-таки его на помощь к нам. Потому что времени мало. Давай я так вот. Что-то не получилось ничего. Вызвал ульту, а вон по... Ты видел, что было с Джиггернаутом вражеским? Он пошел, зашел в замок какого-то лешего, потом здесь оказался. Что за чудеса? Я не знаю, ребят. Вот так вот было. Так, 29 секунд, уже действительно не до смеха. Нам нужно замок подбить, блин. Ну, е. Все, ребят, расписали как по нотам. И двигаемся с тобой дальше. Предпоследний этап. Энергии здесь нету. У нас две энергии на нашем суперотряде. Но это естественно, ребят, ну что. Против суперотряда никто ничего не сделает. Могут, конечно, побрыкаться. Но есть такие отряды, когда и мой суперотряд не помогает. Его просто разносят. Ну-ка. Ага. Давай. Дашь на дашь, да? Ронин. Не шелестит. Ох, смотри, что творят. Так, ну тебя тут еще, блин, не хватало. Бот пау. На. Пора, наверное, так сделать. Нормуль. Расколбасили. Попался ханорик. Да, хилы, они беззащитны, ребята. Они могут только сзади танков стоять, еще что-то из себя представлять. А когда он один на один с нами встречается лицом к лицу, то все. Сразу обделался в штанишки, стоит и плачет. И ждет, когда его рубанут. Ну что, последняя энергия. Как раз на последнем этапе. Погнали. Оу, хо-хо-хо. Термин, ребята, сам термин. 9000. Ну что, посмотрим. Да против моего отряда он ничего не сделает, поверь мне. Он может только блин, только поплакать может и все. Как ты, гаденыш, выпускаешь такую армию? Я вот сколько игр, никак не могу понять вот этого. Да хорош, там хиляет он, смотри. Эть, все? Так, давай-ка я, наверное, вызову еще прыгуна. Да, вот против Джиггернаута это, конечно. Давай, вали этого. Ну что так вяленько-то, господи, мог бы пошустрее. Ронин шерстит, хотел сказать, не успел даже. Все, ребята, разбомбили мы ему базу. Сундук робота. И выпадает нам здесь трансформатор, 9 кристаллов и 10 ядерных роботов. И мы с тобой приходим на долину нежити. Так, друзья мои, ну, по-моему, у нас... Да. Да, откатов больше нету, энергии нету. Ну что, тогда мы будем закругляться на этом. Обязательно уже продолжим в следующей серии. Так что всем пока, всего удачи и до новых скорых видосиков.